Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сразу добавляю сибирский регион, Алтайский край. У нас аномальная жара. Вот сейчас нет 12 и уже 27 градусов. Вчера тоже было 26-27, колебалось. А сегодня передали до 30 градусов жары. Представьте, начало мая. В теплице больше 30 градусов. Вчера показывала, что притеняющую сетку уже накинули. Но я хочу вам показать вот эти томаты, которые я высадила. Ну что, дня 4 назад, наверное. Я уже счет сбилась, может, и 5 дней. Что странно, но я и сразу говорила, что на них ни 27-градусная, ни 30-градусная жара не действует. Ни один лист, не то, что там не обгорел, даже, как сказать, не посветлел. Они вот как стояли, дубы сибирские, так и стоят. Это вот та самая грядка, где Демидов, Настенька, там еще добавила сибирскую тройку, Петрушу Огородник, Клуша. Короче, все вот такие толстоногие, все толстолистые. Вот действительно уж выдержка. Даже я уж, на что я человек стойкий, и то я в обед, в самый зной, вот в 2-3 часа, когда к 30 градусам жары отметка приближается, я уползаю домой. Ну невозможно, спрятаться негде, везде жара, везде духота. Стоят. Но завтра вечером уже будем их укрывать. Потому что, как я вам, вы уже поняли, мой муж, по-моему, на обед едет, вы уже поняли, что у нас вот такие скачки и качели. Завтра ночью будет всего 4 градуса. Вот, весело, с 30 на 4. А потом какие-то дни будет и 0. Так что у нас вот эта тряпочка, которую я положила им белую, красивую, она пригодится. Я ее накину, и вот муж или сын вот этими поребриками придавят. Все. Вот такая веселая у нас погода. Но у меня уже пологорода высажена, пологорода под железными дугами. Рядом лежат вот эти простыни, агроткани. И мы готовы во все оружие. Всех, кого я высадила, я всех укрою, всех сберегу.